Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы разберем задание номер 1009. В этом задании надо найти приближенно разность чисел, беря уменьшаемое и вычитаемое с точностью до 1/1000, то есть оставляя после запятой 3 знака. Итак, А. 11 целых и 4 в периоде. Вычесть 7 целых и 3 десятых. Чтобы нам округлить правильно эти десятичные дроби, нужно, чтобы после запятой было 4 знака, как минимум, чтобы применить правило округления чисел до 1/1000. Итак, запишем эти дроби с 4 знаками после запятой. 11 целых и повторение числа 4, бесконечное. Минус 7 целых и 3 тысячи десятитысячных. Мы можем приписывать нолики в десятичной дроби, при этом дробь от этого не изменится. А теперь округляем эти числа до тысячных, то есть оставляем 3 знака после запятой. Итак, округляем уменьшаемое. Отбрасываем от цифры 4, значит, последнюю оставшуюся цифру мы не увеличиваем. Итак, уменьшаемое приблизительно равно 11,444. Вычитаемое. Отбрасываем от цифры 0, значит, последнюю оставшуюся цифру мы тоже не увеличиваем. Минус 7,300. Правило округления состоит в том, что если первая отбрасываемая цифра 0, 1, 2, 3, 4, то последнюю оставшуюся цифру мы не увеличиваем. Оставляем такой же. Если первая из отбрасываемых цифр 5, 6, 7, 8, 9, то последнюю оставшуюся цифру мы увеличиваем на единицу. Ну а теперь нам осталось лишь вычесть эти округленные десятичные дроби. 11,444 минус 7,300 равняется 4,144. Б. 12,15 в периоде отнять 3,7236. И опять запишем эти дроби так, чтобы были 4 цифры после запятой, 4 разряда после запятой, чтобы нам применить правило округления. Ну, вычитаем у нас и так записано с 4 разрядами после запятой, поэтому мы можем округлить до тысячных. А вот уменьшаемое мы сейчас запишем. 12 целых и повторение группы цифр 1, 5, бесконечное. Минус 3,7236. Итак, округляем. Уменьшаемое. Оставляем 3 цифры после запятой. Отбрасываемые цифры 5, значит, по правилу округления последнюю оставшуюся цифру мы увеличиваем на единицу. Будет 12,152. Минус. Тоже мы вычитаем, оставляем 3 цифры после запятой. Итак, отбрасываемая цифра 6, значит, оставшуюся последнюю цифру увеличиваем на единицу. Минус 3,724. Ну и делая вычитание, получаем 8,428. В. 7,5.
и 93 в периоде, минус 2 целых и 39 в периоде. Записываем эти дроби с четырьмя разрядами после запятой. Итак, 7,9393 и так далее, минус 2,3939 и так далее. И округлим, уменьшаем его читание до тысячных. Оставляем три знака после запятой. Уменьшаем им. По правилу округления это будет 7,939. Потому что отбрасываем мы цифру 3, значит мы последнюю оставшуюся не увеличиваем. Минус. Округляем точно так же вычитаемое. Отбрасываемая цифра 9, значит мы последнюю оставшуюся увеличиваем на единицу. Минус 2,394 тысячных. Ну и делаем вычитание, получаем 5,545 тысячных. И последний Г. 3,297 десятитысячных, отнять 6,8 в периоде. Итак, уменьшаемое записано таким образом, что мы его можем округлить до тысячных. 3,3297 десятитысячных. Но вычитаемое запишем с четырьмя цифрами после запятой. 6 целых и повторение цифры 8. А теперь округляем. Итак, оставляем три цифры после запятой в уменьшаемом. Отбрасываемая цифра 7. Последняя оставшаяся цифра 9. Мы должны ее увеличить на единицу. 9 увеличим на единицу, будет десяток. Значит, уменьшаемое приближенно будет равно 3,330 тысячных. Минус. Точно так же оставляем три цифры после запятой в вычитаемом. Отбрасываемая цифра 8, значит последнюю оставшуюся увеличиваем на единицу. Минус 6,889 тысячных. Ну и делаем вычитание. А здесь вычитаемое больше, чем уменьшаемое. Значит, это сложение чисел с разными знаками. Из большего модуля отнять меньший модуль и поставить знак большего модуля. Знак большего модуля минус. И от 6,889 тысячных отнять 3,330 тысячных. Получаем 3,559 тысячных. Итак, ответ минус 3,559 тысячных. Мы сделали задание номер 1009. Если вам понравилось решение, смотрите остальные наши решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.